Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале IT-Доктор. Это канал для всех, кто хочет научиться веб-разработке. В данном уроке мы установим очень полезный плагин Minimap. Заходим в менеджер плагинов. Набираем Minimap. И устанавливаем данный плагин. Это мини-карта, которая позволяет нам очень удобно использовать навигацию в коде. Перезагрузим редактор после установки плагина. И откроем какой-нибудь большой файл. Мы видим, справа появилась линия с кодом, которую мы можем пролистывать с помощью мышки. И также на ней отображается код маленьким размером. Может показаться, что это не очень удобно, но когда вы сами пишете код, вы запоминаете его визуально и будете мгновенно перемещаться на нужное место, только увидев какие-то определенные силуэты в коде. Поэтому очень рекомендую вам использовать данный плагин. Надеюсь, данный урок был вам полезен. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк этому видео, если оно вам понравилось, пишите в комментарии ваши пожелания, а также подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. И нажимайте на колокольчик для того, чтобы узнавать о новых видео сразу после их появления. Вся информация, ссылки на сайты и полезные ресурсы будет в описании под видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!